Всем привет! В нашей жизни мы встречаем сотни, тысячи, а может быть и миллион людей, и только 3-4 человека из них оставляют неизгладимый след в нашем сознании, который потом ведет к глобальным переменам в жизни. Это может быть сосед, это может быть учитель по физкультуре, популярная рок-звезда, вариантов масса. В моей жизни им стал Александр Геннадьевич Хакимов. Его фраза «Счастье можно поддерживать правильными размышлениями». Его лекции и семинары вдохновили меня на глобальные перемены к лучшему. Я стала вегетарианкой, у меня хорошая семья, 2 детей, у меня интересный проект по здоровому питанию в нашем городе. Александр Геннадьевич, я хочу вас от всей души поблагодарить за те правила и предписания, которые вы внесли в мою жизнь, и благодаря этому у меня все стало лучше. И еще, дорогие друзья, я хочу попросить вас записать видеоотзывы благодарности, если ваша жизнь тоже поменялась после встречи с этим замечательным человеком. Потому что хранить благодарность в сердце – это слишком мало, а невыраженная благодарность не имеет смысла. Давайте запишем видеоотзывы благодарности, разошлем их своим друзьям, и, возможно, эта встреча для них тоже станет решающей.